Элита мирового оффроудного автопрома за нами. Как такое может быть? Новая Прада. Я только недавно смотрел на элитных каналах оффроудных российских. Думаю, блин, как? Где они берут такие машины? Где они берут таких богатых людей, которые могут себе это позволить? И тут раз, а у нас еще круче. У нас... Да, 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 разбирайся. У нас две... Два Прада МЛ 510 сильный. Где вы такое увидите еще? Посмотрите, что творит это. Что-то запредельное. МЛ разрывает. Ну 6,3, 510 лошадей. Что, он застрял? Сложная траектория для начинающего внедорожника. А вот и мы застряли, кажется. Да? Да. И нет, мы не застряли. Только назад, не-не-не, Витя, только вперед надо пробовать. Вот этот короткий промежуток, да. Подожди, я вылезу, будет легче, может. Да, все уже снимать. Так, Прада сидит, мы тоже почти сидим. Витя продолжает дергаться. Вода поступает. Не, я чуть вылезу, будет чуть легче. Шансов все, будет больше. Все. Да нет, сейчас выйдешь. Санечка, что ты сидишь? Я думаю, сейчас поедем, Сань. Я думаю, сейчас поедем. Куда, на асфальт? Уже все. Только там, в конце. Ты что прекращаешь несунящее движение? Ага, хорошо сели. Зад висит, видишь? Ага, все. Все, Санька, ставь на паркинг, подожди. Просто наслаждайся видами, воздухом, красотой. Ой, Андрюха, нам что, твоя помощь? Андрюха, давай, твой выход. Настал твой, сначала Витю. Меня первого. Настал твой звездный час, Андрюха. Блин, я допрыгну сюда или нет? Допрыгнул. Этот раз удачнее я вылез, чем с Макса УАЗа. Витя, не убей шаклом никого. Понял. Лови. Хорошо. Сейчас он меня дернет, я подъеду тебя. Посмотри, что он делает. Теперь главное, чтобы Андрюха... Не, ну МЛ еще в резерве у нас, если что. Смотри, чтобы он тебя не задавил, главное. Все, стой! У меня... Стой! Андрей! Назад чуть-чуть! Вас поехал. Thank you.
два Prado, УАЗ и МЛ. Это такого я не помню, честно говоря. Идем, идем, трос несем. Вечер должен быть интересный. Еще мы, наверное, до половины первого куска не доехали. Не наверное, а точно. Прад этот, МЛ же едет, елки-палки. Если бы МЛа не было, тогда да, можно развернуться, не стыдно тогда, да, по сравнению с УАЗом. А на фоне МЛа это вообще... Так, Санечка, да, вот руль все правильно у тебя... Все, вот так, ничего, да, так и... Так, ничего не крути, так и едем. Включай заднюю. Заднюю включай, да. Поехали. Все, Витя, все. Покажи бежевые кроссовки. Тут все... Да, но это белое, это не бежевое, это белое. Короче, на Prado все строго в белых кроссовках. Заметил ты или нет? У нас еще там есть два мажора тоже, но у них другие машины, но они тоже в белых ездить любят. Один с бородой такой большой, красивый, на Деда Мороза похож. Так... Да, Prado свежие. Свежие едут просто уверенно. По веткам. Витя разворачивается. Сейчас мы продолжим наш любимый маршрут для стоковых внедорожников и кроссоверов. Какой пробег? Пробег сейчас. А? 26. С разгончиком. Это у него старая уже, да? Да. Андрюха, я знаю, какого у него цвета кроссовки. Какого? А какого ты думаешь? Белого. Нормально. Да. Владельцы Prado носят. Только белые, да? Черный Prado, белые кроссовки, короче. Так Андрюха говорит. Давай сразу, я буду две лужи сейчас проезжать. Так, ну первым идет главный внедорожник мирового автопрома. Да, что там говорите, не говорите, у вас есть у вас. Даже простой стоковый. Видите, за счет мотора... Ёлки-палки. Это жесткие ребята. Тут просто ничего не скажешь вообще. Так, теперь МЛ. И Prado с небольшим пробегом. Тут у нас 43 на том пробег. На этом 26. В МЛ не знаю, какой пробег. Он уже старый, повидавший жизни танковой. И первый 500 метров танковый 400. Так, это самый жесткий пилот. До отсечки, вы слышите, да? До отсечки просто. Теперь интересное место для МЛа будет. Теперь МЛ посмелей пошел. Охренеть вообще. Это вообще... Саня самый осторожный сегодня, но он еще просто не размят. Это грязь. Да, я тебя говорю. Оп. Что говорит, скрипит у меня в машине? Что там? Глянь, он уже сам едет в грязь. Осторожно. Подожди, держи. Смотри. Санька делает красиво. Делает его. Осторожно, я тебя прошу, блин. Держись подальше от этих от дорогих внедорожников. Я лучше тебя от ветки побью. Да, лучше да. Это дешевле будет. Глянь, как он красиво получается у него. Глянь.
помчали, я говорю. Да, закат обалденный вообще. Третий вырывается вперед. Смотри. Осторожно, Витя. Едь потихоньку. Не, я ж стою, бьюсь этим ребрами об лобовое. А ну остановись, фотка вообще бомба. Остановись, я их сфотографирую. Блин, тут ветки. Обалдеть. Поехали, 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 Сань. Так. Элита. Элита мирового оффроудного автопрома за нами. Как такое может быть? Новая Прада. Я только недавно смотрел на элитных каналах оффроудных. Российских, думаю, блин, как, где они берут такие машины, где они берут таких богатых людей, которые могут себе это позволить. И тут раз, а у нас еще круче. У нас... Да, 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 разбирайся. У нас два Prado ML 510 сильный. Где вы такое увидите еще? Подожди, ML чуть... Подотстал. Так, тут жесть начинается. Да, да, тут. Тут нам надо выезжать, наверное. Витя. Подожди. Да как вы выезжаете? Да, да, вот сюда вы. Возьми, как я. Саня, возьми правый. Слышишь, Витя, надо будет манипулятор и бетонные блоки положить, чтобы тут не было выезда. Это херня вообще. Понял? Будешь мимо ехать, вот тут блок вон. Вон блок лежит на той стороне. Положишь, да, не надо тут. Все, выезжай, выезжай, давай, давай, давай. Молодец. Это начало, начало хорошо. Отключи все блокировки. Задел положен, Сань. Вот это самая страшная лужа. Она же сухая, вот. Это самая тяжелая. Так она и сухая жесткая. Какая? Вот это большая, видишь? Это самая глубокая. Нет, дальше тоже будет. Все, давай. Я сейчас беру по левой. Дай я тебе ближе подтяну. По правой. Сейчас, эта лужа, тут все сидели в ней. И залупазлик. Во льдах было. Это же во льдах где? Да, я видел. Это здесь я льды толкал. И 80-ка тут сидела глубоко. И кто тут только не застрял. Ох, елки, не, ну тут ML. Витя, тут ML уже не проедет, конечно. Давай. Ну давай. Тут уже консистенция очень вязкая. Ну и глубина большая. Прада под вопросом, но ML точно не проедет. Андрюша, не, ну ты еще можешь попробовать, а? Ты пролетаешь просто спокойно, просто спокойно. Ну я, может, и пролечу еще. На полном газу, а потом пролетает на полном газу Игорь, просто спокойно. Ты слышал, он говорит? Но он пробил, в принципе, должно быть легче. Андрей, глубина какая? А? Глубина. Да не очень там глубоко. Не, левее точно туда не надо. Там глубина большая. Блин, тут... Не трать это, просто, Андрей, садись. Что нет, я тебя вытяну, если что. Он не пройдет, ему сейчас калоши задают. Не, Андрюха проедет. Тут, видите, бордюр от танковой. Осталось. Ты пролетишь, я тебе говорю. Даже не думай об этом. Маленький ребенок еще. Ты иди глубже, яму тут уже проезжал. Пацаны, давайте так, чтобы я не уговаривал никого. Садись, поставь драйв и едь вперед. Игорь, сразу за ним. Игорь, я от танка. Я покажу тебе на твоей машине, как ехать. Ты знаешь, что на чужой машине проходимость в разы больше. А самая большая на аренду. На арендной, на чужой. Давай, давай, не думай. Так, я прошел. Как очень красиво. Да. Птички поют. Попасть,
Да с головой, дядя, тебе столько скорости не надо. Сейчас будет экшен. Загоняй, фух, сейчас будет экшен. Да не туда ж, елки. Стой, стой, стой! Стой, стой, стой! Все, все! Блин. Не надо, это же было под тем краем, куда ж ты поехал? Ну ладно. Не влазит дело, понял? Ну ладно, понял. Не копай, главное. Да, не копай. Не копай. Игорь, а развернись, наверное, задом. У тебя есть за что сзади крепиться? Подъезжай задом прямо под лужу. И да? Будем его доставать. А? Да он его не достанет. Наверное, выйдет на объект, на асфальт, через асфальт. Потом, не, он тут не проедет. А что он не достанет? А, слышь, а ты под краем, там под краем можешь сесть, да? Нет, да я проеду. Дело не в том, я думаю, что это мэрс вытянет. Он же не набуксовал ничего. Все нормально. Там просто немножко вязко. У мэрса, не-не, вперед, вперед не, вперед не поедешь. Тебе надо правее было, тут глубоко я очень. Есть за что там держать? Я уже на газах. Ладно, зато у тебя красивое фото для аватарки сейчас. Сейчас я тебе сделаю. Так, Витя спешит на помощь. Ты тут не проедешь, Витя. Блин, он тут не проедет. Ну ладно, сейчас будет экшен. А нет, проедет. Да там обычно хуже всегда с той стороны. Там хуже, не, ну видишь, оно меняет. Сейчас лучше, да. Ну, сейчас перезаезд сделаешь. Ну, до дверей не достает нормально. Да. Ага, понял. Слышь, ты как на балконе вроде стоишь. Иду. Так, как-то мне надо через лес вернуться. А тут реальные джунгли. С крапивой. С завалами. Такая у нас буйная растительность. Дожди пошли. Ночью холодно. Где вы? Я под джунглям иду. Так, а как я туда дойду? А вон посередине надо идти, да? Ну да. Вон, а вот по прямой пойди. Не, по прямой я утону. Обходи. Обходи. Да. Ух да, крапива бьет. Крапива бьет. И по шел, да, в блядь в руке. Да, беру блядь в руке. Похож я, да? Да. Мальчик. Отойди, мальчик. Отойди, мальчик. Мало. Не, нормально. Смотри, вот здесь... Если я сейчас опять упаду в болото второй раз за неделю. Мало трасса, конечно, но... Ты что, у меня длиннее. А! Где ты? Я смотрю. Знаешь, что мне кажется, Руслан? А? Что на вторую часть танковой они не поедут. Да подожди, дай с первой закончить. Ну, вторую. Кайф. 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 Сейчас я помоюсь, пока вода не всколомучена. Да, держи в чистоте стекла. Главное вернуться теперь. Давай. Снимай меня. Главное вернуться и дать зацеп. Сейчас, подожди, пока не разматывай, попробую на этом. Постой минутку. Да, да, тут просто может порваться. Тут очень вязко. Это самое... Андрюш, руль чуть-чуть правее, чуть-чуть правее. А как я сюда попал на этот остров? Все. И только тогда, когда скажу поехали... Тогда едем, так зря не буксуй. Я допрыгну туда. О, а ну, давай. Да не. Ну давай, давай, я...
Ну очень близко, очень. А ну. А. Я не. Возьми салфетки. Открывай, они впереди. Вынул, сапоги тяжелые. Так, а ну-ка, идет съемка. Оп. Идет съемка. Идет съемка, а я сажу. А ты давай. Садись. Ага. Ух, блин. Рус, чуть я это... красивый, да? Запачкался, чуть-чуть совсем. Так, подожди, Витя. Кого прицепить? Трос на фаркоп накинешь там сзади. Друзья, это настоящий оффроуд. У нас постановок не бывает. Шикарный у вас. Хорош! Еще назад, Витя, еще назад. Еще назад. Не-не, прямо так и едь, нормально ты едешь. Смотрите, что творит этот УАЗ. И Прадо спасено. Каким-то просто чудом. Это вообще тут пошла вода. Сейчас. Лужи меняют. Да не, ну это капец, это что, нереально. Это жесть вообще. Это просто... Он говорит, послушай меня. Ну не тереться, но близко. Слышишь, так может об эту сторону? Не, кстати, здесь, Витя. Тут шансов больше, кстати, ты очень легко проехал. Тут тяжелее было. Трос не отцепляй, просто скинь, пусть телепается сзади. Пол, на меня. Давай. Правда же не давай, спущен, давай, ничего, давай, то есть. Давай. Просто стоковая. Трос, Игорь, подтягивай трос, подожди. Трос. Витя, он там выйдет, смотри, он тут может подровняться. Он вот тут может. Заезжай, давай, газ пола заезжай. Вот там выйдешь дальше, Андрюха, дальше выйдешь. Стой, ты что, давай. Руль подровнять не забудь. Разгона надо больше. А? Разгона больше. Он не разгонит. Ты потом назад, да. Что, следующий МЛ потом едет, да? Давай, поехали. Выйдем его вправо. Это влево. Еще. Давай. Стоп. Стоп, трос засосало немного. А ну чуть вперед. Я вам скажу, тут даже на подготовленной машине, но так, немножко будет непросто. Уже зрители подтянулись. Сейчас Витя его хочет перепарковать. Вот следы Прадо. Давай. Шины. Шины символические, конечно. Назад. Ровно и назад. Все, руль ровно, не виляй. Это... Нет. Левей. О, давай, назад, заходи. Контент пилят, ребята. Серьезно. Не, тут уже. Все, не газуй, все. Вынимаем. Андрюха, не газуй! А здесь уводит туда, у тебя. Да. Ну там жестковато чуть-чуть. Я начинаю руль вправо, и вот так разворачиваю. Ну там да, там тяжело. Друзья, я думаю, всем понятно, что такое стоковый УАЗ, да? Вот стоковая Прадо и стоковый УАЗ. Кидай,
Да, они немножко разного класса, разного назначения машины, но вообще, конечно, это очень показательно то, что происходит. Причем у вас полностью стоковый, вообще ничего нет, кроме швеллера, который его утяжеляет спереди. Витя, стой, 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 не копай! Витя! Поехали. Давай! Сейчас может... Не копай, не копай! Тут на самом деле сейчас может быть довольно сложно. Витя меняет траекторию. И рывками вымет. Вот вам и у вас. Руль влево! Вправо руль! Вправо руль! Все! Смотрите, что творит это. Что-то запредельное. Сейчас будем пробовать по другим берегам. Андрюха, по другим берегам, я думаю, ты проедешь. Даже спокойно можешь в натяжку попробовать. Смотрите, друзья, я пошел. Вот где Прада пытался проехать. Ну, там есть твердое, но он на сликовых покрышках. Он не может просто зацепиться реально. Очень скользко и вязко. Так, пробует по другим берегам. Руль ровней, да. Идет, идет, идет. Просто красавчик. Это может кокса хватить. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Да, 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 да. Это фантастика. Это фантастика вообще. Как? Еще и трос сзади телепается. Просто проехал, проехал. Еще чуть-чуть вперед. Давай чуть-чуть вперед, Андрюха. Чуть вперед, Андрюха. Это фантастика вообще. Очень уверенно. Что, МЛ поедет? Витя, он что, поедет? Да, это смелый парень. Его зовут Игорь. Офигеть вообще. Ну, я пытаюсь подобрать слова, но пока не могу подобрать ничего. Блин, ну там слики, ну там зимние слики, то есть чуть-чуть протектор есть, я не знаю. Игорь вошел во вкус, увидите, что оффроуд делает с простыми людьми, ездящими по асфальту. Я не знаю просто, как это назвать. Ну, неужели? Ёлки-палки. Офигеть вообще. Вы это все видели, и тут ничего не скажешь уже. Тут просто ничего сказать нельзя. Это охренеть просто. Это просто охренеть. Так, ну все классно, только мне опять придется по джунглям идти. Хотя есть вариант обойти по той стороне. Да ты застрянешь еще. Витя хочет меня забрать. Сейчас он развернется. Такое ощущение, что пацаны знают, что на канале просмотры упали и пытаются канал поднять мой. Ну, с таким оффроудом, я думаю, шансы есть. Кто согласен, ставьте лайки, подписывайтесь. Это, блин, такого еще не было, честно говоря. Я даже не мог подумать, что такое может приключиться. Еще и просто среди недели. Так, немного неспортивно, но пойду обойду. В принципе, я не в зачете иду.
Вот такая интересная история сегодня, вечерняя, шикарная просто. Так, на Эмеле потеряли номер, придется мне все-таки идти по этой луже и пытаться его найти. Но шансов, конечно, босиком были бы. А тут УАЗ уже проехал. Где-то тут было глубокое место. Найду я номер или нет, шансы небольшие. По бокам глубоко, видите, след. Кто-то цеплял, ну, ML, скорее всего. А тут глубоко где-то ты шел. А, мы сейчас на видео посмотрим, где номер слетел, может, видно. Большое дерево. Я посмотрел на видео, и там, где он занырнул, вот он где-то здесь, подожди. Дерево там, надо с той стороны. Большое дерево и кустик. Сейчас я с той стороны посмотрю. Черт, тут где-то глубокое место было. А дерево вот то, да? Да, я так думаю, что вот. Нет, там вроде куст другой на том дереве сейчас. Сейчас мы просто, я знаю, где там, где ты хорошо лупанул, сейчас я вам покажу еще. Да, это вот это дерево, ну, есть. Ха! Блин, вычислили по видео. Помой, спрячь его в багажник. И никому не показывай. Блин, шестерки, я его... Да это вообще... Как бы себе такой номер найти? Только слышишь, а ты можешь вверх ногами его вешать, будет модный, кстати. Смотри, вот так девятки будут. Опа, ча! Полетели. Нормальный вариант. Да, хорошо, я по нему проехал, ты понял, он помятый. Проехал, да. Вот такие приключения у нас. Да, дерево было видно, где нырнуло на видео. А он сам открывается? Ни хрена себе. Все, пацаны, максимально. Максимально, да? Летим дальше. А телевизор есть? Холодильник? Холодильника нет, телевизор. Стиральной машины? Нету тоже. Давай на локацию, сейчас будем долбить. Это вообще это. Садись, поехали. Дальше будем ехать.